каком конкурсе или там, в каком соревновании ты принимал участие? Папа, мама, я, то близкая семья. Так, и вам подарок мы обещали, да? Дать. Да. А что бы ты хотел в подарок вообще в идеале получить? Ну, например, если ты у Деда Мороза его просил. Ну что? Шепни, ну, тетя Наташа, на ушко. Что ты больше всего бы хотел в подарок получить? 10. А, все понятно. Ну, это дорого стоит, да? Мама, наверное, еще пока не покупает. Да? Услуг сказать нельзя, да? Нельзя, пусть это будет секрет. Но мы сегодня тебе решили, знаешь, что подарить? Чтобы у тебя зубы были крепкими. Вот такую вот зубную пасту. Угу. Ты зубы чистишь? Да. Чистишь, да? Сам чистишь? Да. Умеешь? Любишь чистить зубы, да? Любишь. Пригодится? Да. Пригодится. И вот такой вот шампунь. Ты будешь им мыться и даже плакать не будешь. Это будет твой личный шампунь. И твоя личная зубная паста. Угу. Так. И... маме там. И маме мы приготовили в подарок дисконтную карту. Если она захочет, то она может ее активировать в течение 3 дней. Это для мамы, чтобы ей вся домой продукция была дешевле, чем она покупает у консультантов. Мы тебя поздравляем, значит, дарим тебе вот этот подарок и желаем тебе во всех соревнованиях выигрывать. Сертификат отдайте ему. Сертификат отдайте ему. Значит, сертификат мы возвращаем обратно, нам надо только пометить, что он погашен. Так, спасибо. Пожалуйста, дорогой. Ты молодец. Это тебе спасибо. Ты завоевал первое место вместе с родителями. Не каждый это делает. Так что у тебя все впереди. Желаем тебе все время выигрывать. Это тебе на память от нас. Если приходи. Проиграешь, то не расстраивайся. Все равно когда-нибудь выиграешь. Понял? Ну, давай. Мечта. Кубок выиграть. Наконец-то мы его выиграли. Молодец. Да? Значит, будет, самый главный победитель. Значит, да? Будет большой начальник. Угу. Будет большой спортсмен. Ну давай, счастливо. Давай, пока. Спасибо вам. Давайте, до свидания. Давайте, все, доброго.